Холопочаны. Знаю, дядя Вадя. Я тут, короче, рядышком. Вон, видите, домик. Еще один. Решил, короче, немножечко тоже поснимать. Ну, да, я думаю, клещей не будет. Здесь вот огороды. Там еще дома. Здесь, вот видите, вон домик. В принципе, туда ходить. Я не знаю, есть смысл, нет смысла. В принципе, думаю, можем немножко пройти. Ничего страшного в этом нету. Мы ж не хулиганим, нет. Просто показываем видосики. Вот огородики. А вот тут, видишь, преграда была бы. Вон домик. Так, я на... так, тут доски. Аккуратней. Я просто не думал, что я пойду сюда. Вот, сарайчик. Это, походу, участочек был. Такой вот. Так, ровненько. Да, тут все-таки ботинки нужны. Мы сейчас попробуем аккуратно. Просто тут очень много досок. Как бы на гвозди не наступить. Так, а тут можно обойти? Блин, такая... Вон сарайчик. Ну почему я кроссовки опять одел? Просто зайти, показать. Ладно. Аккуратней. Главное не наступать на доски, потому что доски могут быть перевернуты и, естественно, с гвоздями. Вот. Такой домик. Вон тут диванчик даже есть. Хы. Я туда не буду подходить. Прям. А тут не подойдешь, видите, мусор. Стекла, все дела. Вот так вот. А может, кто живет здесь или не знаю. Я так вот. Как бы. Ну, видите? Там второй этаж. Может, бомжи бывают. Еще чего-нибудь. О! Так, знаете, прогуляться, подышать свежим воздухом. Вот. Ну, зайти тут не зайдешь. Ступеньки. Тут получается все разруха. Даже если бы кто-то сказал, почему ты не заходишь. Вы видите? Я тут ёбнусь так. Вот такой вот домик. Давайте еще раз покажу. Все дела. Вот так, вот так. Пердёж какой-то там. Хы. Такой. Не, понятно, там какую-нибудь лесенку поставить, можно залезть. Я этим не буду заниматься. Я еще раз показал вам маленький домик. Ну, разрушен, конечно. Вот так вот. А мы... Так, самое главное, аккуратно, чтобы не было гвоздей. Опыт есть. Наступаем аккуратно. Опа. Ну, тут сарай. Там туалет. Тут сарай. Вон. Шифер, все дела. А мы пройдемся дальше. Ванна вон лежит. Хы. Это, как говорится, немножко припердеться и поснимать видосики. Хы-хы. Ну, это рядышком с рекой. Вон еще, я там уже не буду ходить, смысл. Этот дом показал. Кстати, прикольно, у него стекла целые. Это ништяк. А я пойду дальше. Ну, тут разруха, тут вон новые новостройки. Тут понятно все. Ну, это как дачи, что ли, заброшенные, знаете, такого плана. Я решил продолжение снять. Тут уже, видите, там уже нормальные дома. Там смысла нету. Вот так. И живем. Я шел как бы к реке. Ой, к пруду. Река, да, тут. Река на проточной. К прудику. И шел примерно вот так. И я в том видео не заснял.
в этом решил сделать. Почему нет? Как бы контентик, он всегда хорошо. Вот еще домик. Видите? Тут вот полянка, хуянка. Вот полянка, вот домик. Ну, он, видите, за баррикада. Значит, или от кого-то, или кто-то там живет. Посмотреть можно. Заходить смысл? Так, через окна. Дверь закрыта. Вот так вот. Видно, не видно, хрен его знает. Обычный домик. Ну тут может кто-то тусуется, не знаю. Вон тут шкафчики стоят, все. Чтобы показать. Во, смотрите, а тут прям красивенько. Нормально. По кайфу. Ладно, пойдем дальше. В сторону пруда. Я, ну как бы пруд я уже показывал. Просто немножко домиков даже через окна показать. Это ничего в этом плохого нету. Так, я шел туда. Давайте посмотрим, что здесь. Тут, вот он, пруд как раз тут, скорее всего, начинается. Тут просто вон сидят столики, шашлыки делают. Стопудово. Стопудово. Разрушенный. А что у нас здесь? Вон еще домик. Прикольный. Это внизу. Тут надо специальной обуви. Я просто вышел как бы прогуляться. Вот домик. Там уже пруд. Все дела. Красивенько здесь на самом деле. Вот такой вот. Разгуляй. Хуляй. Ну, в принципе, что там смотреть? Сарай, икон, сарай. Правильно, правильно. Вот, в принципе, а поляночка здесь такая красивенькая. Вот, мне тут больше нравится полянка. Давайте подойдем поближе к спуску. Смотрите, как охрененно. Да? Красота, лепота. Прям бомбовский. Хы. Вот это круто. Ну, вон домик, он. Тоже там матрасы какие-то. Может, кто-то тусуется, не знаю. Может, еще что-то. Вон, видите, крыша даже перебита. Это хорошо. Значит, люди делают, чтобы просто отдохнуть. Значит, там прийти с компанией, там пивка попить. Вот уголь. Кстати, угля сколько. Кто это уголь видел последний раз? Вот такой натуральный, огромный. Где-нибудь в деревнях. Вот так, пацаны. И живем. Не, вот летом тут, скорее всего, любой домик можно просто хоп, так прийти. Не обязательно там ночевать, но тут, может, ночует. Просто прийти покушать там, прибраться. Это достойно, кстати, в заброшке прибраться. Прибраться. Сделать красивенько. Понимаете? И все. И по кайфу. Вон. Ну это хороший дом. Прям видно. По кайфу. Так. А пруд у меня. К пруду я шел дальше, походу. Подожди, или нет? Да, походу дальше. Просто пруд там. Я на это надеюсь, что я в правильном темпе до пруда иду. Пузик должен быть где-то здесь.
есть я никуда не свернул, а я вроде бы не свернул никуда. Значит, прудик здесь. Вон люди отдыхают. По кайфу. Типа колодца. Это крыша там, конечно. Тара-тара-там. Бля, развалится вся херня. Вот он домик, в котором я был. Да, значит, все правильно пошли. Значит, мы пошли все правильно. К пруду. Так же все. Тут по кайфу. Гулянка начинается. Так. Все-таки пруд он охрененный. Как ни крути, но это шикарно. Ну, этот домик вы видели. Там костер жгут на участке. Не знаю, там их нету в участках, ни их, ни пофиг. Мы ж просто шляемся и кайфуем. Та-да-та-ра-там. Та-ра-та-да-там. Вот так вот, видите, тоже домик. Все дела. Вот. Сейчас тут дом. Пруд у нас вниз туда. Я решил туда дальше пойти. Там или пруд, или нихуя. Есть, нет, не знаю. Но посмотреть надо. Почему нет? Разнообразие. Фух. А тут, знаете, прям вот шел по улице, да, вот, ну, в городе, считай. Жарко, жарко, жарко такой. Асфальт тут прям. Да, кайф. Свежесть. Аромат счастья. Вон еще домик. Прикольно. Прикольно, прикольно. Кайфово. А что, сейчас дачный сезон и все дела. Люди снимают. Ой, блядь, снимают. Занимаются огородом. Ну что, домик? Вообще нет смысла заходить. Что там все одно и то же. Не, ну если будет возможность, зайдем. Просто я кроссовка. А хочу еще снимать. Вот видите, говорят, дальше еще пруд есть. Значит, сам первый там. Надо посмотреть. Ну а чем нет-то? И контентик. Просто понять, куда я выйду. Вот смотрите. Природка, все дела. Просто понять. О, нихрена там. Вагонка такая. Как поезд, да? Да ладно, ну-ка. Да я отсюда поснимаю. Смотри. О. Так, у нас получается там уже будет не идти. Фигати. Просто два пруда я видел. Один пруд я ходил, снимал. Вон еще. Еще он, может, год-два назад. А, во! Все правильно. Вот, я тут стоял, пиво пил. Значит, нам туда. Все правильно, да. Нам туда. Значит, там пруд еще один есть. Все, это ближе. Это ближе, я помню, тут. Да-да-да. Уже дома там. Значит, я ближе. Ну, то есть, ближе к дому туда и в цели. Просто это, там тоже хочется этот пруд увидеть. А почему нет? Вот сюда проход. Мне еще было стрёмно приходить сюда. Помните, в самый первый раз? А сейчас понимаю, что тут вон народ.
занимаюсь своим делом. И пофиг, что ты там ходишь, снимаешь. Значит, должен быть. Так, тихо. Не, мне показался ручей. Я думал, ручей есть. Ручей, ручей. Я думаю, недалеко здесь. Вон уже поляна какая-то. Выход. Ну, так же, как там. Тоже думал, ой, далеко. Вот, смотрите. Вот он пруд. Это или новый? Подожди. Получается, там. Да, это, скорее всего, будет новый. Потому что, это, когда там спускаешься, там, получается, у нас это... Как плотина. А тут уже прудик. Не, ну далеко здесь, да. Вон, смотрите, дома в лесу, там грибы. Вот он пруд. Был где-то здесь. Ручей. Я слышу ручей. Значит, нам сюда. Вот, о! А это дом. Тьфу ты, блядь. Это дом. Смотрите, пацаны, природа, все дела. Водичка какая чистая, видите? И... А получается сюда, наверное. Куда это? Куда-нибудь сюда? Вниз, скорее всего. И там будет пруд. Там будет пруд. Так, это получается, наверное, первый самый. Самый первый прудик. О! Вот там типа водопадика. Вот он. Красиво здесь. Вот, ребятки, еще домик. Маленький такой. Не, ну как маленький, большой. Видите, тут он, в принципе, ухоженный. Мне вот человек сказал, что тут раньше был забор. Это зимой. А по весне сломали все. Заходить зачем? Вот можно через окошко поснимать. Во. А тут и ходить-то что? Пол он. Дырявый. Блин, красота здесь какая. Кайф, ладненько, пойдем. Там сказали, родничок есть. Родничок. Хи. Вот тут прихожая. Хи. Там сарай. Можешь водички попить. Там. Пойдем посмотрим родничок. Вот, пацанчики, ребятки, вам контентик будет. А чё нет-то? А, давайте вот здесь еще посмотрим. Вот тут номера какие-то. Я так глубоко не буду заходить, так просто. О, а что тут снимать-то вон? Огород, да, огород. Все поломано. О! Смотрите. Растет. О! Ну, мы пойдем дальше. Немножко прогуляться. Это же хорошо. Хорошо, вот этот пруд там уже нет ни хрена. Вот он, этот дом. А тут, видите, мне этот человек сказал, тут и жилые, и заброшенная куча.
Но очень много вандалов, которые просто ломают. Зачем ломают? Для чего ломают? Что им? Ну, есть такие. Есть, хули. О. Лепота, смотрите, красота прям какая. Контентик идет. Вот, я сейчас поснимаю. И там сегодня выложу вам видосик. Как раз тут подышать свежим воздухом. Вон уже жилые, там уже жилые, нет смысла снимать. Че, вот домов не видишь, бля, обычных, хороших, которые. Вот тут, смотрите, какие горки. Природа свое берет. Это я уже в том видео говорил. О, смотрите. Что белое, типа. А, херня какая-то. Блин, а как все зелено-то. О, ступенечки наверх. Красота. Нет, тут красота. Тут прям бомбовски. Там уже забор. Вот еще домик. Наверху. Тут, наверное, родничок. Был. Да. А, вот он. Вот он, родничок. Я не полезу пить. Я уже дойду до дома. Всего там уже, может быть, как бы, смотрите, природа какая. Вот там он как красиво-то. Шикарно. Красота. Полная к тому же. Красотища. Она такая. Тут видите. Вот так вот. Тут или проходик, или что? Блин. Смотрите. Сейчас вон. Тоннель. Смотрите, как красиво-то. Там еще вон домик. Не живой, не знаю. Вон домик. Вот домик. Смотрите, как красиво. Там шикарно. А там типа такого здорового. Плохо видно там. Как знаете, плотина. О. Вон он. Фу, смотрите. Прям бомбически. Да, там люди работают. Смотрите, как шикарно. Красотень-то какая. Он еще прозрачный, вода чистая. Вон домик. О. А что там дальше, интересно? Бля, там красиво. Шикардос. Ладно. Пойдем, блин, там красота. Там прям охрененько. Просто, как говорится, бомбовский гынайс. А там видите, вот такой ручеек и маленький прудик. А ну вот же он, да, течет родник. И туда это. И получается, это чистая вода. По кайфу.
прям красотень. Понимаете, что это реально бомба. Клево. Ручеек. Дык-дык-дык. А, чё, по кайфу. Чё, пойдём дальше пердеть. Прогулка замечательная. Вот. Вот, видите, пацаны, в этом году мы, в принципе, посмотрели здесь все прикольные места. Если что-то еще найду, конечно же, будет. По-любому. Все прям бомбезно сделаем. Тоже вот. Не, красиво здесь. Мусора, конечно, до хрена. А так, красоте нищета. Я прям, знаете, ожил здесь. Прям от природы кайфуешь. Еще раз, детективные фильмы или из игр. Такие места. Ага, бля. Пердежом запахло. Вот, там я был. Получается. Там получается еще у нас. Что-то там есть. Там я был хорошо. По кайфу. Тут тоже был. Вот он пруд. Первый. Второй вы видели, третий у меня на старых видео есть зимой. Так, там типа проходик туда есть. А что-то там пруд. Пойдем дальше к первому пруду, ой, ко второму, да? Ко второму пруду надо пердежиться. Пердежинские движения. А вот это чистый дом, ой, я думаю, нормальный, не заброшенный. Опа. О, good nice, very nice. Да, это дом нормальный. Так, вот я шел сюда. Тропиночки вот отсюда. А что у нас там? Лес уже, типа леска. Вот камушки здесь, камушки, все дела. А тут уже типа, знаете, завод что начинается. Да, тут завод. Заводик. Тут завод. Там пердеж. Что там? Что там? Банка лежала. Тут, да, а гаражи здесь. Здесь, скорее всего, гаражи. Гаражи. Ну, что такое маленький проходик.
цветы растут. По кайфу. Такой не входи. Ключ от Resident Evil надо найти. Фу. Так. Ну, тут уже гаражи, да. Там уже, в принципе, в обычном гараже. А там уже дома жилые, нет смысла. Так, пойдем дальше. Нам это посмотреть надо. Еще второй прудик. Пройтись, прогуляться. И хорошо будет. Ти-ди-ти-ри-тин. Ти-ди-ти-ри-тин. Там работают люди. Нормально. Так, нам дальше. Дальше ходить гулять. Ну что, нормально долгое видео выйдет. Пускай там 30-40 минут. Но... О, нихуя. А что здесь? Что здесь такое? Видите? Вход. Такая территория была. Не знаю, что здесь. Ну вот. Прикольно. Могу сказать. О, домики видно. Вот там я был, да. Что? А мы гуляем и сидим и пердим. Не, на самом деле я нагулялся в удовольствие. Ну, гуляем, да. Видите, тут как шикарненько. Ладненько, сейчас я тут пройду. Если что-то будет интересно, то еще сниму. Если нет, то пойду домой. Давайте, ребятки, всем респекта. Спасибо, что смотрите. Кому нравится, респект. И всем, кто смотрит, респект. Yeah.